Самые драматичные кадры дня. То, что происходило сегодня на дороге между Краматорском и Славянском, можно показывать в фильмах о войне. Жители небольшого села встали на пути бронетехники. Против бронетранспортера мощностью в несколько сотен лошадиных сил лишь небольшая группа людей. Если присмотреться, у некоторых в руках видны иконы. Вот и вся защита от тех, кто как будто не замечает никого перед собой. Впрочем, замечает, наверное, иначе бы не было выстрела в воздух. В общей сложности 2,5 минуты длится сюжет, который сняли наши коллеги из «Франс-Пресс». И все это время в воздухе просьба остановиться, испуганные крики. В итоге одного из мужчин уносят на обочину. Ноги переехали, скорую! Твари, фашисты! Потом сказали, что бронетранспортер повредил ему ноги. Людей становилось все больше, они устроили стихийный митинг. В итоге, судя по этим кадрам, силовикам пришлось остановиться.